Саманты, но никто не знает, как она попала в совенок. И это история об этом. Уважаемые пассажиры, рады приветствовать вас на нашем авиалайнере. Самолет пилотируют пилоты высшей квалификации и мастера парашютного спорта. Надеюсь, вам понравится наш полет. Прошу. Переверни! Переворачивай! Авиакружок! Миниатюра! Капитан, наш бортовой компьютер сообщил о неисправности одной из турбин. Работай, сволочь! Солнце еще высоко! Ничего не видишь? Я устал. Я ухожу. Я так понял, работать эта турбина больше не собирается. Видимо, мы знали не все о том, что нас ждет, когда согласились на эту экскурсию для богатого агентишки из ЦРУ над, мать его, Бермудским треугольником. Сообщи нашему грузу 200 о незапланированном мастер-классе по синхронному нырянию в воды Бермудского треугольника. Можешь сделать это? Одну минуту, сэр. Дамы и господа, с вами говорит второй пилот рейса Нью-Йорк-Москва. Пролетая над Бермудским треугольником, мы потеряли управление над самолетом и терпим бедствие. Просьба всех пассажиров пристегнуть ремни и насладиться остатками полета. Всем приятного отдыха. Отлично сработано. А теперь наша любимая. Я не знаю, на что вы надеялись, когда заказывали нас эту экскурсию. Сэр, не хочу прерывать вас от дебатов, но мы сейчас нырнем. Чего ты сказал? Боже, что происходит? Я есть портал. Так, мне некогда объяснять. Ты либо сейчас со мной идешь в пионерлагерь Совенок, либо ты сейчас узнаешь, что значит определение за секунду до. Но как же мои родители? Там, куда мы пойдем, будет все так, как ты захочешь. Я есть портал. Правильно, правильно, Порти. Отправляемся. Итак, дорогие друзья, мы объявляем рекламную паузу. Всего через 10 минут мы узнаем судьбу экипажа лайнера и его пассажиров. Куда же ушла вторая турбина и весь госдолг США? Оставайтесь с нами после небольшой рекламы. Мы вернемся к вам. Спасибо. Fish.
shit I'm out. Fuck this shit I'm out. Саманта, что вы натворили? Из-за вас ушел наш новый товарищ. Если вкратце, наш товарищ электроник нажрался после того, как ему отказала наш суку. А, ну она может. Так, ладно, я побежала, а вы, чтобы не превратили Соленок в съемочную площадку фильма Гая Ричи, понятно? Так точно, мэм! Смотрите у меня. Саманта! Ненавижу, блядь, цыган. Малахов, в студию! Кажется, вы видели полномер. Подожди, Саманта, подожди! Это было, правда, стечение обстоятельств неудачное. Ты в этом уверена? Ну, у нас, правда, хороший лагерь. Правда, иногда возникают сомнения, но да. Он, правда, хороший. Так, 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 все, я возвращаю. Тебя, Саманта. Да, настало пора выбрать. Чего ты хочешь на самом деле? Выбирай! Сердце! Да чего тут выбирать? Конечно же, послание Соленок. Знаешь, возможно, Соленок действительно райское местечко, но я не хочу действовать исключительно из своих эгоистичных побуждений. Я выбираю светлое будущее. Композицию заново, пожалуйста, поставьте. Да. Композицию заново поставьте, пожалуйста. Давайте же проживем нашу жизнь, чтобы нам не о чем было сожалеть.